Поединок продолжим. Рефери, это вина рефери. Рефери должен убедиться сначала в том, что все готовы, и все должны подтвердить свою готовность. Только после этого начинать поединок. А посмотрите, я думаю, что сейчас тут быстро завершится этот бой. Вы посмотрите. Такая, ну, молодой еще, горячий парень, ума особенно нет. Вот, а вот, видите, и спиной к своему сопернику, да, повернулся. Одни эмоции пока, дорогие друзья. Вот. Но такие эмоции, подкрепленные мощными ударами. Вот, и растерян сейчас, да. Олег Дубяка пытается плотно прижать и обнять Дениса. Сколько энергии, сколько адреналина сразу выбрасывает. Вот что значит, опыта еще нет достаточно. А нужно следить за своим соперником достаточно тщательно, иначе можно также пропустить очень сильно. Вот все начинают почему-то думать только после того, как получают. Вот там я слышу, подсказывают левая рука. Левая рука 90% должна работать. Вот и судья немножко боится там. Перестраховывается на всякий случай. А вот двумя руками здесь работать, по-моему, не нужно. Нужно сначала левый, да, потом... Ну вот, вот попадает сейчас мощно. Вот тут я сейчас ждет тем, чтобы остановить, может быть, этот бой. Стоп, стоп. Все,